So from a relative newcomer, well, in fact, a newcomer, we go to a seasoned campaigner. He was fourth in the World Championships back in 2003. Didn't see him competing last year, but has struggled. There's no doubt about that this season. Sixth in the four continents he was. And he goes into this free program lying in 23rd place. That's no position for a skater of his caliber. It's Chen. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы с вами смотрим произвольную программу китайского фигуриста Чен Чжангли. Мы просим вас прощения, у нас были небольшие проблемы со связью, и поэтому мы вот начинаем наш репортаж чуть-чуть попозже. Выступил уже казахский спортсмен. Ну, давайте сейчас посмотрим, как будет кататься Чен Чжангли, и потом поговорим и в том числе о выступлении казахского фигуриста.
Да, интересное начало сегодняшних соревнований у одиночников, потому что первым катался 15-летний спортсмен Абзал Рахимгалиев, представляющий Казахстан, новое имя, и я думаю, что стоит вообще запомнить, обратить внимание на этого парня. А вот сейчас только что закончил произвольную программу 28-летний, очень опытный китайский спортсмен Чэнь Чжангли. В общем, практически двукратная разница в возрасте. И вот мы видим, как сменяются, как уходит одно поколение и приходит совершенно другое. Это было катание, конечно, не свойственное китайскому фигуристу. Абсолютно не свойственное, который он обладает очень хорошими прыжками и, в общем-то, всегда показывал технически сложные, интересные программы. В его арсенале четверной тулуп, четверной сальхов есть. Как вы думаете, Александр, с чем это связано? Что происходит с китайцем? Я думаю, что, наверное, стартовый номер, вот он выступал вторым в разминке, я думаю, что он просто ему не подошел именно стартовый номер. Иногда спортсмены привыкают выходить под определенным номером в разминке, и вот это иногда их сбивает. Вот он достал по жребию второй стартовый номер, это могло его сбить. И вот удивительно, что в середине программы у него был абсолютный провал. Вот даже их скорость была заметна в движениях, в дорожке шагов. Но вот ко второй части он вроде как очнулся и прыгнул тройной сальхо. Очень было уверенно исполнено дорожь шагов. Я даже как-то удивился, потому что я же думал, что что-то с ним произошло. Был, ну, такой, знаете, спад был в программе, в настроении даже, в настроении. Вот, и совершенно не похоже на этого опытного спортсмена. И если сравнивать с молодым спортсменом казахским, да, у него низкий был уровень в дорожках, но чувствовалась уверенность, вот эта вот молодость, которая вот, соответствует как раз этому катанию. Да, первый уровень дорожки шагов по прямой у Абзала Рахимгалиева. Ну, это было видно, это читалось. Дорожка шагов по кругу, второй уровень сложности. В общем, не, из-за этого, конечно, оценки невелики. Но, с другой стороны, да, 15 лет парню. И, вы знаете, вот вы говорили, что сейчас у Чэнь Чжангли был провал в середине программы. Казах устал, просто устал, это было видно, да. И он вторую половину еле-еле катался, выдержал 4 минуты 30 секунд, сколько длится произвольная программа. Был у него серьезная, была у него серьезная ошибка на одном прыжке, он упал. Но, в общем-то, вот когда смотришь, как катается 15-летний и как это только что продемонстрировал Абзал Рахимгалиев, которого тренируют Ольга Маркова и Салим Хайдаров. Ольга Маркова, помните, была замечательная наша фигуристка в середине 90-х. Она выступала, представляла Россию на международных турнирах. Призер первенства Европы. Да. И вот вы представляете, что сейчас вот китайский фигурист уступил по технике Абзалу Рахимгалиеву и уступил полтора балла по технике, чего в принципе быть не должно при, конечно, при его мастерстве. Ну что же, это выступали 24-й и 23-й спортсмены после короткой программы. Ну а сейчас выходит Игорь Мацепура. Фигуристы Словакии. 19-е место на данный момент.